Всем привет! Мы с вами на канале Queen Alice. Предлагаем вам короткий видеообзор набора Mini Mouse фирмы Fisher Price. В данном наборе 18 предметов. Фигурка мини вот такого вот размера в наборе лежит. Ее можно переодевать. Платье легко снимается, обувь снимается. И также в наборе есть бантики. Вот такие бантики, платье, букет цветов, шапочка, очки, танцевальное платье. Fisher Price для деток старше 2 лет. Играть можно и раньше. Платья вот такие пластмассовые. Мини вот такого размера. У нее снимается обувь, как у нашей куколки. То есть ее можно переобувать и переодевать. Вот такая вот фигурка Mini Mouse. И можно украшать, делать и разные прически. Также в наборе есть кубок, дополнительная пара обуви сменная и еще одна пара обуви. Мини держит в руках сумочку, одета в золотистые тапочки, симпатичное платьице пачку. На голове у нее бантик и в руках такая красивая палочка с лебедем. Вот вид набора сзади. Здесь нарисовано все, что входит в набор. Вот наша Mini Mouse. И разные варианты одежды, как ее переодевать. Все объясняется и показывается. Это Fisher Price фирма, а Mini — это знак Disney, фирма Disney. Сделана в Китае, фирма Disney. Сделана в 2014 году по заказу Mattel. Это фирма, которая делает куколок Барби, Монстер Хай и тому подобных. Вот Fisher Price Mini Boutique серия также относится к фирме Mattel. Очень красивый и яркий набор. Небольшой, но 18 предметов позволяют девочкам проявлять всю свою фантазию и создавать необыкновенные образы для Mini Mouse. Давайте взвесим набор с Mini Mouse. Коробка не тяжелая и весит 507 граммов. Замерим коробку с Mini. Длина у нас 33 сантиметра. Высота нашей коробки около 28 сантиметров. И ширина здесь небольшая, ширина около 7 сантиметров. Небольшая коробка, фигурка Mini Mouse, она высотой около 10 сантиметров должна быть. Приблизительно 12-13 сантиметров. Мы можем по нашей мини посмотреть и по ней замерить, так как она абсолютно идентична. Если мерить без ушек, вот до нашей мини где-то 12 сантиметров в высоту. Ее можно переодевать. Мини вот примерно такого варианта. С ушками, с макияжем. У данной мини глазки немножко по-другому сделаны. Тоже розовые тени на глазах. Вот ручки у них вращаются. Они вращаются по часовой и против часовой стрелки. И голова у них также немножко крутится. Так что с ними можно играть, как с такими приятными малышками фирмы Disney. Очень симпатичная Mini Mouse, которая готова к своему танцевальному уроку балета. Спасибо, что были с нами на канале Queen Alice. До новых встреч завтра. Пока-пока!